готовятся к абордажу. Раздать матросам оружие. Этим карасикам будем рвать глотки. Круче к ветру! Шевелись, якорь вам глотку! Баба из благородных! Сацу брать живьем! Потом решу, что с ней делать! Остальных завод! Морейн, запись каюте! Спорим, амплюха! Левра! Они идут на таран! Господи, помоги! Теряйте мужество! За Англию! Абордажу готов! Отплавались, карасики! Лоррейн, дочь моя. Трактирщи! Еще рому 100 000 чертей! А мне ты не отбить. Да он запнулся, конец. А мне сверху выдал еще перстень того гранта. Ты барабича, карман. Ну, я нечего пугать. И что ты думаешь? Ох, хвали. Обманул, выходит. И сочнулся. Царственно. И с тех пор его никто не видел. Иначе принца. Аж ужин, капитан. Мое особое блюдо для почетных гостей. Ага. Приятного вечера, капитан. Ты смотри, какая роскошь. Такое угощение надо хорошенько залить. В этой дыре не умеют готовить. Что он нам подал? Самую толстую помойную крысу? Я бы сейчас сожрал и крысу. Все силы потратил на этих голландцев. Чтобы я еще раз пожарился на легкие деньги. Кстати, о деньгах. Намечается дело. Капитан, говорить о делах на пустой желудок – дурной тон. Да и не ко времени, я еще не спустил и трети купеческих дублонов. Да я бы и пальцем не пошевелил. Но тут дельца посерьезней голландских рейдов. Намечается большая война между Англией и Испанией. А где большая война, Волк, там и большие деньги. Очень большие. Скоро здесь будет ад кромешный. Если не упустим свой шанс, вернемся в Англию королями. Ты это о чем? Хочешь податься к англичанам в каперы? Каперского патента нам не дадут. Хоть ты лопни. С твоим оптимизмом, Волк, только на берегу сидеть. Случай подвернется. Надо только быть наготове. Испанцы! В городе испанцы! Испанцы! Как испанцы?
Да. Испанцы? Откуда они взялись? Господа, мест нет. Уолт, ты на улицу. С этим сбродом я справлюсь сам. Ah!
Торан! Там укрылись горожане. Спасем их!
Враги захватывают город! Пока мы тут прячемся, враги захватывают город!